Покупать смартфон или другую технику на AliExpress совсем не страшно. Чтобы вам помочь, мы оставляем ссылки только на проверенные магазины AliExpress. Смартфон Xiaomi Poco X3 NFC. 6 на 64 гигабайта. 6,67-дюймовый Full HD+. Смартфон новой серии Xiaomi получил топовую программно-аппаратную связку, с которой владелец получает практически безграничные возможности на каждый день. Интеллектуальные камеры для лучших моментов. Смартфон получил передовую систему камер, представленную 4 матрицами в тыльном модуле. В нее включены 64 мегапикселей датчик Sony IMX682, ультраширокоугольный 13 мегапикселей сенсор, 2 мегапикселей макрообъектив, 2 мегапикселей датчик глубины. Для портретной фото и видеосъемки фаблет имеет 20 мегапикселей объектив с искусственным интеллектом. Благодаря разрешению камер и примененным технологиям, каждый кадр будет шедевром, даже при съемке с недостатком света. Производительность Xiaomi Poco X3 снимающая запреты. Смартфон работает на базе мощного 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 732G, тактовая частота до 2,3 ГГц, графического ускорителя Adreno 618 и 6 ГБ оперативной памяти. Такой состав платформы обеспечивает большой ресурс производительности, улучшает обработку графики и гарантирует неизменную стабильность работы. Невозможного для такой конфигурации просто нет. Объем постоянной памяти – 64 ГБ. Инновационная система охлаждения. Новый флагман получил в распоряжение инновационную систему охлаждения Liquid Cool 1.0+. Задействуя элементы из многослойного графита и тепловые трубки увеличенного диаметра, она эффективно отводит тепло от центральных аппаратных элементов и быстро рассеивает его. Благодаря этому смартфон будет сохранять неизменное быстродействие даже в моменты интенсивных нагрузок. Неисчерпаемая энергия для Xiaomi Poco X3. Автономность гаджета обеспечивает энергоемкий литиевый аккумулятор 5160 мАч, который позволит использовать все возможности девайса на протяжении целого дня. Один заряд такой батареи рассчитан на 10 часов гейминга, 17 часов просмотра видеоконтента, более 150 часов прослушивания музыки. Для зарядки устройства предусмотрена поддержка быстрой 33 Вт зарядки. Двойная стереосистема. Новая модель гаджета Xiaomi оснащена двойными стереодинамиками, работающими в точном балансе. С их помощью смартфон способен создавать мощный, чистый стереозвук, охватывающий широкий диапазон частот. Качество звука соответствует уровню Hi-Res Audio, поэтому пользователь получает лучшее звучание во время прослушивания музыки, просмотра фильмов и гейминга. Биометрический доступ к Poco X3. В кнопку включения смартфона разработчик интегрировал высокоточный датчик отпечатков пальцев. Сенсор, работающий с использованием передовых алгоритмов распознавания биометрических данных, гарантирует, что доступ к устройству будет только у владельца. На связи в любых обстоятельствах. Серый корпус нового флагмана Xiaomi предусмотрительно защищен в соответствии с классом IP53. Подобная стойкость гарантирует, что девайс будет сохранять работоспособность даже под действием осадков или брызг воды. NFC-модуль в X3. Гаджет оборудован NFC-модулем, который предоставляет лучшие возможности беспроводных подключений. Используя его, владелец фаблета сможет обмениваться данными в скоростном режиме, создавать стабильное подключение, в том числе и для передачи аудиосигнала, а также осуществлять бесконтактную оплату покупок.